Сегодня у нас 20 мая 2016 года. Вот мы с братом Никитой пришли на наш огородчик лагерный. Тут у нас помидоры, мы их открываем на день. А вечером закрываем, потому что утром бывают большие заморозки. Вот это все у нас, где переодеваются две сделаны кабинки. И вот мы тут зашли с ним на плотик и посмотрели. Вода прозрачная, это очень редко такое бывает. Тишина, волны нету. Вот я на видеокамеру сейчас покажу, насколько дно чистое. То есть вода чистая. Вот. И мы даже тут сейчас посмотрим. Столбушки всякие разные видно. Почему мы детям запрещаем здесь прыгать вниз головой. И вообще прыгать с пирса запрещаем. Потому что можно оттолкнуться и удариться. И будешь, как Сергей, потом парализованный лежать на вытяжку. Вон столбушок мхом заросший. Потому что старый пирс, он раньше был до середины пруда. Так как сил он стало меньше, чтобы делать что-то либо. Он стало, вот видно, что мхом все покрылось. Все эти. Вот. Сейчас такое время, как раз, если бы не вода холодная, можно было бы почистить даже немножко чем-то. Залезть бы. Все, видать, и проволоку, все. Вот. Водичка. В этом году пруд наполнен хорошо. И вот там я стоял и увидел, если тут, конечно, видеокамеру видно. Блестит цепочка вон. Вон видно ее. И там крестик видно. Видимо, кто-то потерял крестик с цепочкой вместе, когда плавал. Сейчас мы с братом постараемся достать. Вон там дальше видно столбушок. То есть можно спокойно удариться. Деревенские иногда не слушают. Прыгают не с головой. До поры до времени, как говорят. Это очень опасно. Впереди еще вся жизнь может быть. Вон столбушок стоит, тоже опасно. То есть в воду мы только взрослые слазят, проверяют все. Если все нормально, тогда следом за ним могут ребятишки спускаться. С его благословения. Вон видно, что какие-то бревнышки еще остались от прошлого пирса. Проволока лежит он на дне. Ну, вот, и здесь вот так называемый у нас лягушатник, где ребятишки плавают. Взрослые спускаются и научают тут маленьких ребятишек плавать. Здесь вот видно пол наш, как устроен. Но мы еще его подделаем, потому что почему-то опустился. Сверху вот мы зажимали поперечиной два стояка. И пол немножко опустился ниже этой поперечины. Значит, что-то там случилось. Там будет потом потепление будет, вода теплая будет. Будем спускаться и ремонтировать. А так, слава богу, Господь в этом году сохранил наш пирс целый. Ничто не повредилось. Каждый год приходилось восстанавливать почти заново все. Льдом все выдавливало. Вот, вон видно даже, сколько мошкары летает. Комаров, мошкары, плодятся они. И все это потом на деревню будет. Вся тварь ополчится на человека. По нашим грехам. Вот, слава Богу. Хотел показать, насколько чистое дно. Это редкость для наших тут краев. Слава Богу за все. Аллилуйя. Продолжение. Сегодня 20 мая 2016 года. Вот я там недавно снимал пирс, что чистая вода. Вот решил заснять вдоль берега сейчас все везде. Что какая вода чистая. Все дно видно даже. Вот. И вот сейчас вот я был на пирсе, и у нас
года два назад терялась мордушка. Вот я ее нашел. И главное удивительно, за эти два года она уже погрузилась полностью в вил. Немножко, несколько проволочек блестели на солнышке. Я их увидал, зацепил. То есть проявил любопытство и вознаграждение получил. Тут я уже показывал все. Как сегодня я крестик нашел. Я не показывал. Крестик я сегодня нашел. Кто-то купался и нашел крестик. Вот. Это брат меня, Никита, фотографировал этот крестик. Тут все видно. Столбушки, какое дно. Где какая яма, где какой бугорок. Где вот такая вот деревянная. Вот я сейчас крестик покажу вам. Вот он. Вот он крестик. Вот я его нашел под водой. Это как раз где там лестница слазят обычно ребятишки. Видимо, кто-то из них потерял. Потом буду искать владельца этого крестика. Может, кто-то деревенский, а может и лагерный даже кто-то потерял. Я вот сейчас покажу, как здесь опасно. Вот они, столбушки. Видно их. Буду надеяться, что видно. Вот. А здесь наши ребята любят нырять. Пойду сейчас дальше. Вот сколько мошкары, комаров. Плодятся и размножаются по слову Господню. Они уже в деревне нападают на всех. А скоро будут вообще атаковать нас. За наше грехопадение, за наши грехи. И вот сейчас дальше я покажу, как вдоль берега, сколько чистенькая водичка. Тут я пройду кусты. Немножко неудобно. Вот тут мы посадили ветлу, вернее столбушок поставили. Вот, а он начал прорастать. Влаги она любит, влагу ветла. И все, пошла расти. Вот интересно, зеленый он мох, на дне его видно. Сейчас поближе подойду и покажу. Это ягодные кустарники. Вот какая красота. Вот он, зелененький. Вот. Это я себе вот сделал такую проволочку. Шестерка проволока, метра где-то около двух длиной у меня. Вот я так беру. Например, вот этот. Ага. Это не поддается. Что-то конкретно уже хорошо так забито. Или слишком тяжелое. То есть мне оттуда не достать. Вот сразу муть поднялась. Вот, это надо уже в саму воду залазить, а вода холодная. У нас только два дня сейчас вот жарко, по 30 градусов, а остальные дни холодные были. Земля холодная, вода тоже. Вот всякие палочки лежат на дне, все видно. Главное, ни одной рыбешки не видно. А тут гальяны есть. Плюс еще мальков запустили, карпа. Вот. Сейчас дальше посмотрим. Вон березка у нас тут растет, да не одна. Вот они, красавицы наши. Вот они, три штучки, четыре там. Вот. Вот, всего тут полно и сучков всяких, и веточек. Вот так вот, раз.
и вытаскиваем. Очищение пруда называется. Так вот, ну ладно, оно уже на берегу, если что, подсохнет. Вот тут можно рыбачить сколько, так называемая рыбалка. Колышки всякие. Тут много чего можно найти. Это камыш. Посмотрим дальше, что у нас тут творится. Стрекозы летают. Интересное создание тоже. Господни. Обычно караси вот здесь любят находиться. Летают ласточки. Что-то тут ловят. Может, маленькие рыбешки где-то на середине есть. Даже чаек тоже хватает тут. Вот они спариваются, видимо, по две. Что там только на дне не видно. Все видать. Это мышь. То есть его можно очищать пруд весь. Вот так вот. Вот видно тут наш шифер поломанный лежит, который мы от бобра делали. Вот он. Дальше пойдем. Здесь-то мы защитили, а вот там в другом месте не положили. И он сразу там прорыл туннель свой. Он бревно даже под водой где-то. Здесь шифер. А вот это наши березки. Оп. Даже видно, как мы жердь воткнули эту в одну. Вот такая вот чистота. Вода чистая. Идем дальше. Вот наши ветлы, сережки. Это у нас тут бушки еще на ограждение куда-нибудь пойдут. Вот, все видать. Такое дно. Сейчас можно все увидеть. Здесь немножко по-большему всякого мусора с деревьев. Потому не видать ничего. Там все-таки, видимо, ветер отгоняет.
А здесь нет. Здесь все забито пушком от ветлы. Вот так вот. А вот там мутная водичка. Там уже ничего не разглядишь. Сколько насекомых-то. Ну, ласточки играются. Ну, так, в принципе, я показал. Сейчас еще покажу на сливе, что там. Тут, может, что-то не видно будет на видеокамеру, но что-то видно. Вон они играются, сколько их ласточек. Мелко насколько. Сколько мелко здесь. Ну, вот. Можно увидеть уровень воды. Ну вот так вот, слава богу. За все. Аллилуйя.